Друзья, всем привет! Меня зовут Оксана Гуликова. И вы на моем канале. В сегодняшнем видео мы будем вязать вот такой узор. Я вяжу жилетик для своей дочки и снимаю на него мастер-класс. В своем видео я обещала подписчикам и гостям канала, которые будут вязать этот жилет, что для тех, кто не разбирается в схемах, я провяжу этот жилет в отдельном видео. Для этого я его сейчас и буду записывать. Если вам интересно, то берите в руки спицы. Вам понадобятся спицы, любая пряжа, чтобы попробовать. То есть пара спиц, да, у меня круговые спицы, вспомогательная спица для переплетений. Хочу сказать немного об узоре. Узор я взяла вот из этой книги. Это большая книга японских узоров Хитоми Шида. Если у кого есть такая книга, то узор находится на странице 71, номер узора 127. Я не имею права показывать здесь схемы. Вот этот узорчик мы будем вязать. Конечно же, я его составила сама, уже перенесла его в специальной программе и распечатала. Итак, друзья, приступим с вами к работе. Книжку я уберу пока. Раппорт узора составляет 45 петель. В книге меньше. Там не в схеме нет вот этого жгутика. Я его добавила, так как на картинке он есть, а в схеме его нет. Итак, набираем на спицы 45 плюс 2 кромочных петли, значит 47 петель, можно больше. И начинаем вязать со мной. У меня связана отдельно резинка. Я буду вязать с вами только момент узора. Все остальные моменты я буду ставить на паузу. Вы тоже можете ставить на паузу, когда, если вы не успеваете за мной провязать. Поближе вас опущу к схеме. Вот так. Можете сделать скриншот схемы. Вот, я еще вставлю вам эту схему. Но смотрите, там не будет вот этого первого ряда. Вот первый ряд почему-то у меня не скачался. Не знаю почему. Схема скачалась со второго ряда. Я его подрисовала. Здесь все петли изнаночные. Первый ряд вяжется... В общем, первая петля и первый ряд все время вяжется изнаночные петли. Итак, набрали петли, начинаем. Я провяжу сейчас нужное мне количество петель до начала узора и приступим к вязанию узора. Я перехожу на спицы большего размера, потому что это требует мое вязание. Резинка у меня была связана на спицах номер 3,5. Кстати, забыла сказать, что вяжу я из пряжи Alize Wool Time, номер цвета 740. Очень красивый цвет. На камеру он всегда почему-то ярче. На самом деле он не броский. Он вполне достаточно яркий, но не броский и не вырви глаз, а очень-очень приятный. Подойдет и взрослым, и детям, и женщинам, и девушкам. Очень красивый, тем более в этом году вот именно вот такой цвет, забыла, как он называется. Вообще он малиновый здесь, но очень похож все вот оттенки вот этого цвета красного, малинового, модный в этом году, в 23-м.
Вообще, мне кажется, такой цвет, он всегда приятный, красивый и будет украшать вас весной особенно, когда хочется яркости. Итак, друзья, набираем петли. Итак, я провязала нужное количество у меня петель лицевые у меня. И сейчас я приступаю к узору. Итак, у нас первый ряд. 3 изнаночных. Вот смотрите, первый ряд вязаться будет всего лишь один раз. Он как установочный ряд. Вяжем 3 изнаночных петли. Вот это серым выделено. Смотрите, видите, серым выделено. А то, что я вам на экран выложу, там будет голубым цветом выделено. Ну, просто у меня принтер черно-белый, поэтому он серым все распечатывает. Итак, вот это серое, это раппорт узора по высоте. Он будет все время повторяться. 15 рядов. А первый ряд, он установочный, и мы его вяжем. 3 изнаночных. 1, 2, 3. Далее 6 лицевых. 1, 2, 3. Четыре, пять, шесть. Далее 3 изнаночных. 1, 2, 3. Дальше у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 лицевых. Вяжем 15 лицевых. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15. Следующие идут изнаночные петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 изнаночных. Вяжем 9 изнаночных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дальше у нас 6 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 3 изнаночных петли. 1, 2, 3. Дальше я вяжу за кадром, вернусь к вам в изнаночном ряду. Хотя, провяжу пару рядков с вами изнаночными, чтобы вы имели представление. Итак, я довязала свой момент, прошла там лицевой ряд. У меня здесь там лицевые петли, здесь изнаночные. И я дошла до места, где узор. Итак, вяжем узор. С изнаночной стороны вяжется по рисунку. Что значит по рисунку? Это так, как смотрят на нас петли. Вот у меня сейчас 3 лицевых. На схему мы сейчас вообще не смотрим. В схеме нет. В схеме у нас только лицевые петли. 3 лицевых провязала. Дальше у меня изнаночные петли. Вяжу изнаночные петли. Лицевые. Провязываю лицевыми. Все время петли с изнанки в этом узоре вяжутся по рисунку. По рисунку это значит, как смотрят на вас петли. У меня изнаночные пошли петли, я вяжу изнаночные. Сколько я их уже не считаю, я посчитала их в лицевом ряду. Так, и еще
3 лицевых, наверное, в конце. Нет, еще 3 лицевых, еще 6 изнаночных, и будет 3 лицевых последних из этого узора. В общем, изнаночные петли вяжем по рисунку. Лицевые лицевыми, изнаночные изнаночными. Я продолжаю вязание за кадром. Вернусь к вам в третьем ряду, когда дойду до своего узора. Итак, у нас с вами третий ряд. Провязываем 3 изнаночных. 1, 2, 3. Дальше у нас... Так, сейчас. Дальше у нас переплетение влево. Вот его очень плохо здесь видно. Я его обведу. И вот это обведу. Переплетение лицевых петель 3 на 3 влево. Нам понадобится вспомогательная нить. Вяжем вот этот элемент. Снимаем 3 петли на вспомогательную спицу. 1, так, 2, 3. И оставляем перед работой. Переплетение влево, нить перед работой. Я обычно фиксирую ее немножко вот в полотне. Вяжу 3 лицевых. 1, 2, 3. И провязываю 3 петли со вспомогательной спицы. 1, 2, 3. Провязала. Дальше у нас по схеме 3 изнаночных. Вяжем 1, 2, 3 изнаночных. Далее у нас элемент, который называется переплетение 3 лицевых на 3 изнаночных влево. Итак, снимаем 3 петли на вспомогательную спицу. 1, 2, 3. Вяжем 3 петли с основной спицы изнаночными петлями. 1, 2, 3. Далее вяжем 3 петли со вспомогательной спицы. Со вспомогательной спицы вяжем лицевыми. 1, 2, 3. Дальше по схеме у нас 6 лицевых петель. Вяжем 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее у нас переплетение лицевых петель 3 на 3 влево. Снимаем снова 3 петли на вспомогательную спицу. Перед работой вяжем 3 лицевых. Вот здесь у нас, видите, пошли изнаночные петли, но мы их провязываем лицевыми. 1, 2, 3. И провязываем со вспомогательной спицы 3 лицевые. 1, 2 и 3. Провязали. Дальше у нас по схеме 6 изнаночных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее по схеме у нас снова переплетение влево, 3 лицевых на 3 лицевых. Снова снимаю 3 петли на вспомогательную спицу. 1, 2, 3. Провязываю и спицу перед работой. Провязываю с основной спицы 1, 2, 3 лицевых и 3 петли со вспомогательной спицы провязываю лицевыми. 1, 2, 3. И последние 3 изнаночных петли по рисунку. 1, 2, 3.
3. Дальше я провяжу за кадром до изнаночной части, где начнется узор. Так, у меня изнаночный ряд. Давайте еще один рядочек изнаночный я с вами провяжу, а дальше будете вязать уже самостоятельно, потому как он вяжется просто без всяких переплетений по рисунку. У меня 3 лицевых, я их вяжу лицевыми. Далее изнаночные петли. Вот здесь было переплетение. Здесь все видно, что они изнаночные. Провязала. Дальше у меня идут лицевые петли. Снова изнаночные. Изнаночные, все еще изнаночные. Снова дошла до переплетения. Вяжу изнаночные. И вот здесь нужно не ошибиться. Вот где мы с вами делали вот это переплетение, 3 изнаночных на 3 лицевых, здесь как раз вот они наши. Те, что были изнаночные, они в этом ряду здесь лицевые. Но их очень заметно, поэтому ошибиться здесь, можно сказать, трудно. Конечно же, это узор не для новичков, не для тех, кто только начинает вязать. Это уже для тех, кто разбирается, как выглядит петля. Итак, друзья, я провязала с вами изнаночный ряд. Теперь я буду вязать только лицевые ряды и вернусь к вам в 5-м ряду. Ставьте паузу. Итак, друзья, у нас 5-й ряд. 5-й ряд. 3 изнаночных. Эти изнаночные петли, они с нами будут все время. Дальше 6 лицевых. 2, 3, 4. 5, 6. Далее у нас 1, 2, 3, 6 изнаночных. Вяжем 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее у нас переплетение 3 лицевых на 3 изнаночных. Берем вспомогательную спицу, снимаем переплетение влево. 1, 2, 3 петли снимаем перед работой, оставляем и провязываем 3 петли изнаночные. 1, 3. И провязываем со вспомогательной спицы 3 лицевых. 1, 2, 3. Дальше у нас по схеме 6 лицевых. Вот этот ряд сейчас у нас. Вяжем 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дальше у нас по схеме 3 на переплетение, 3 на 3 лицевых на 3 лицевых. Так. Снимаем 3 петли со вспомогательной, на вспомогательную спицу и оставляем перед работой. Вяжем следующие петли. Вот они у нас снова здесь изнаночные. Мы их вяжем лицевыми. 1, 2, 3. И вяжем 3 петли со вспомогательной спицы лицевые. 1, 2, 3. Дальше по рисунку у нас 3 изнаночных петли. 1, 2, 3.
Далее 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 3 изнаночных завершают этот ряд. Дальше я вяжу за кадром. Встретимся в 7-м ряду. 7-й ряд. 3 изнаночных. Традиционные наши 3 изнаночных. 6 лицевых. 2, 3, 4, 5, 6. Далее у нас по схеме идет 9 изнаночных. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так. Я извиняюсь, у меня соскочила одна петля. 9-ю петлю изнаночную я провязала. Дальше у нас идет по схеме переплетение 3 лицевых на 3 лицевых. Снимаем 3 петли на вспомогательную спицу. 1, 2, 3. Оставляем перед работой. Вяжем 3 лицевых. 1, 2, 3. И провязываем 3 лицевых со вспомогательной спицы. 1, 2, 3. Дальше у нас по схеме больше нет переплетений. Вяжем 9 лицевых. Три изнаночных, 6 лицевых, 2, 3, 4, 5, 6 и 3 изнаночных. 1, 2, 3. 7-й ряд узора закончен. Я вяжу за кадром, вернусь к вам в 9-м ряду. 9-й ряд. 3 изнаночных, 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее у нас 9 изнаночных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Далее у нас 3 лицевых. 1, 2, 3. Переплетение 3 на 3 влево. Снимаем 3 лицевых петли на вспомогательную спицу. Перед работой провязываем 3 лицевых с основной спицы. 1, 2, 3 и 3 лицевых со вспомогательной спицы. 1, 2, 3. Дальше у нас по рисунку 6 лицевых петель. Дальше больше нет пока переплетений в этом ряду. Вяжем по рисунку 6 лицевых, 3 изнаночных, еще раз 6 лицевых, 2, 3, 4, 5, 6 и 3 изнаночных. Изнаночный ряд вяжем самостоятельно. Я вернусь к вам в 11-м ряду. 11-й ряд. 3 изнаночных. Сейчас у нас переплетение влево 3 на 3. Снимаем 3 лицевых на вспомогательную спицу. Оставляем перед работой.
провязываем 3 лицевых с основной спицы, 1, 2, 3 и 3 лицевых со вспомогательной. Далее у нас по рисунку 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дальше у нас новый элемент. Это переплетение 3 на 3 вправо. Снимаем 3 петли на вспомогательную спицу. 1, 2, 3. И хочу отметить, что здесь переплетение 3 на 3 лицевыми петлями, а у нас вот сейчас на вспомогательной спице изнаночные петли. Оставляем спицы на вспомогательную спицу за работой. Я вот так это делаю. Раз. И провязываю 3 лицевые с основной спицы. 1, 2, 3. Дальше я провяжу 3 лицевых со вспомогательной спицы. Провязываем 1, 2 и 3. Дальше у нас по рисунку 6 лицевых петель вяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее переплетение 3 на 3 вправо, но здесь идет переплетение 3 лицевых на 3 изнаночных. Снимаем 3 петли, если у вас петли лежат так же, как у меня, то за заднюю стенку снимаем, чтобы было удобнее провязывать потом. 1, 2, 3. Оставляем за работой. Когда вправо переплетение, всегда за работой оставляем. И провязываем 3 лицевых с основной спицы. 1, 2, 3. Далее провязываем 3 изнаночных петли со вспомогательной спицы. 1, 2 и 3. Провязали. Дальше у нас по рисунку 3 изнаночных. 1, 2, 3. Переплетение 3 на 3 влево, это значит мы снимаем 1, 2, 3 лицевых, оставляем их перед работой, провязываем 3 с основной спицы, 1, 2, 3 и 3 петли со вспомогательной спицы лицевыми. У меня ниточка. Все, 1, 2 и 3. И 3 изнаночных в конце ряда. Далее я вяжу за кадром. Встретимся в 13 ряду. 13 ряд. 3 изнаночных, 1, 2, 3, 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее у нас 3 изнаночных, 1, 2, 3 и переплетение 3 на 3 лицевых вправо. Снимаем 3 петли на вспомогательную спицу, отправляем их за работу.
вяжем 3 лицевых с основной спицы. 1, 2, 3. И вяжем 3 лицевых со вспомогательной спицы. Это были изнаночные петли. Теперь они будут провязываться лицевыми. 1, 2, 3. Провязали. Далее у нас 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вяжем 3 переплетения вправо, 3 лицевых на 3 изнаночных. Снимаем за переднюю стену, за заднюю стеночку к себе вот так. 1, 2, 3 петли на вспомогательную спицу за работу. Провязываем 3 лицевых. 1, 2, 3. И вяжем 3 изнаночных со вспомогательной спицы. 1, 2, 3. Далее у нас по рисунку 6 изнаночных. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6 изнаночных. Далее 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6 3 изнаночных. 1, 2, 3. У вас должно получаться вот так. Вот так выглядит узорчик. Я вяжу дальше за кадром. Встретимся в 15-м ряду. Пятнадцатый ряд. 3 изнаночных. 6 лицевых. 3 изнаночных, 6 лицевых, 3 влево, 3 на 3 лицевые, 1, 2, 3 петли снимаем на вспомогательную спицу перед работой. Провязываем 3 лицевых с основной спицы и 3 лицевых со вспомогательной. Один, два, три. Далее 3 лицевых. 1, 2, 3. 9 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6 лицевых. 2, 3, 4, 5, 6, 3 изнаночных. Дальше я вяжу за кадром. Встретимся в последнем 17-м ряду. 17-й ряд узора. 3 изнаночных. 6 лицевых. 3, 4, 5.
6, 3 изнаночных, 1, 2, 3. Далее у нас по рисунку посчитаем 1, 2, 3, 9 лицевых, вяжем 9 лицевых, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Далее у нас переплетение 3 на 3 лицевые влево. Снимаем 3 петли на вспомогательную спицу перед работой. Провязываем 3 петли с основной спицы лицевыми. 2, 3. И 3 петли со вспомогательной спицы тоже лицевыми. 1, 2, 3. Дальше у нас 9 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 3 изнаночных. 1, 2, 3. Итак, мы провязали с вами раппорт узора. Вот так выглядит один раппорт узора. Дальше начинаем вязать узор с третьего ряда. Все, что выделено серым цветом здесь, или то, что я вывожу вам на экран там голубым, это раппорт узора. Ну все. На этом я с вами буду прощаться. До новых встреч, друзья! Не забудьте подписаться на мой канал, поставить колокольчик. Всем пока! До новых встреч!